Добрый вечер всем, кто решил провести время на футболе. Несколько слов о комментаторах сегодняшнего матча. Хозяева поля сегодня с первых минут играют в следующем составе. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Как думаешь, увидим мы сегодня их фирменный стиль, активный высокий прессинг? Конечно, это то, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Игра началась, смотрим. За такой подкат вполне можно желтую показывать. Только-только матч начался, и уже один из главных героев известен. Это арбитр, который сегодня спуску никому не даст, похоже. Добрый вечер всем, кто решил провести время на футболе. Несколько слов о комментаторах сегодняшнего матча. Хозяева поля сегодня с первых минут играют в следующем составе. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Как думаешь, увидим мы сегодня их фирменный стиль, активный высокий прессинг? Конечно, это то, за счет чего они добиваются результата. И состав сегодня подобран именно с этой целью. Добрый вечер всем, кто решил провести время на футболе. Несколько слов о комментаторах сегодняшнего матча. Хозяева поля сегодня с первых минут играют в следующем составе. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Как думаешь, увидим мы сегодня их фирменный стиль, активный высокий прессинг?